7 мая в Десногорске состоялся юношеский баскетбольный турнир 3 на 3, посвященный празднику Великой Победы. Спортивный марафон прошел на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». Организаторами соревнования выступили Федерация баскетбола Смоленской области, Смоленская АЭС и региональное отделение партии «Единая Россия». Это уже традиционный вид спорта в нашем городе, и очень радует, что и концерн, и партия поддерживает все направления спорта, в том числе очень сильно поддерживает баскетбол, и самое главное, поддерживает здоровый образ жизни наших детей. Баскетбол 3 на 3 – относительно молодое явление в мире большого спорта. Матчи данного формата проводятся на одной из половин игровой площадки. Короткие 10-минутные схватки до предела насыщены драйвом и азартом, что привлекает как игроков, так и зрителей. Баскетбол 3 на 3, он и раньше был как такой больше любительский, не имел серьезного статуса. Теперь он является олимпийским видом спорта. И уже отношение в России и в целом поменялось. Активный, динамичный вид спорта, да, и в течение дня сыграешь не одну, не две, а там достаточно много игр. На площадке встретились 96 спортсменов в составе 24 команд. Среди них юноши и девушки из Рославля и Десногорска. За чемпионские титулы спортсмены сражались в двух возрастных группах – 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения. Во всех категориях победу одержали десногорские команды. Золото завоевали «Томики», «Импульс», «САЭС Юниор» и «Росэнергоатом». У гостей соревнования 6 призовых мест. Победителей турнира наградили кубками и памятными призами. Несмотря на то, что команда из других городов сильнее, мы не сдаемся, играем и стараемся стать лучше. Участники игр еще раз доказали, что соревнования в память о воинах Великой Отечественной войны очень важны и необходимы. По мнению игроков, почтить память тех, кто сражался за мирное небо над головой – благое и важное дело. В честь праздника Великой Отечественной войны сделали хороший чемпионат между разных возрастов. А команды были относительно сильные. Ну, нужно верить в себя. Мы верили в свою команду и победили. В рамках марафона «Победы» 15 и 16 мая пройдет открытый турнир по баскетболу Смоленской АЭС. Десногорские спортсмены встретятся с командами из Рославля, Смоленска и Калуги. Ксения Лошкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.